Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Matters. Соедини все, что имеет значение. Ну что ж, наконец-таки я собрала Bumble Coffee 10 уровня из стаканчиков и готова обсудить новость с Мэйли. Давайте послушаем, что она скажет. Мэйли, это ужасно. Я не говорила, что я против строительства дома престарелых. Этот пост – ложь. А что про меня теперь подумают соседи? Я знаю, Кэти, уж кто-кто, но ты точно не сказала бы такого. А просто анонимный. У человека не хватает смелости писать от своего имени. Спасибо за поддержку. Так переживаю, что эту заметку жители воспримут всерьез. Не волнуйся. В этом сообществе всего-то 200 участников. Никто и не заметит. Мы решили снова поработать, я так понимаю. Отремонтировать перила. Для этого нам нужно создать вот такие вот брусочки 6 уровня. Из древесины. И вот это вот будет потруднее уже. Это предмет 12 уровня. Так. Резак по металлу, мне кажется, такой, как-то он назывался. Из отверточек. Ну, кое-что из отверточек мы уже с вами понадсобирали. Посмотрите. У меня даже уже лопата есть. Лопата 10 уровень. Она надо до 12 дойти. Ну, для этого мне просто понадобится, видите, сколько ящиков с инструментами. Вот здесь вот целых 4. Да? Для этого мне просто нужны будут ходы. 7 уровень у меня есть. 8 уровень есть. Вот, 7-8, и вот начнем собирать, да, заодно такие важные ремни, тачку соберем хоть одну. Так, и давайте, может быть, начнем с древесины, в конце концов. Вот, вот такие вот маленькие бревна выкидываем. Есть. И собираем, так, это 3 уровень, у меня уже 5 уже есть, уже был собран. Так, о, возьму за рекламу. Ну вот, соединим. Вот эти бруски максимального уровня у меня уже теперь есть. Это можно продать. И теперь осталось вот соединить. Да, вот такой вот создать предмет у нас. Какого уровня? 12-го. Это уже будет не так быстро и не за один раз. Это надо будет потихонечку создавать. Ну, зато соберу тачечку заодно. Тут они, эти ящички, много дают инструментов. Вот. Единственное, что ходы надо будет докупить. Ну, у меня же 266, смотрите, кристаллов собралось. Вот первый. Вот, давайте 100 возьму, точно ходов. Может быть, этого мне хватит. Итак, мои усилия были вознаграждены, и наконец-таки я собрала вот эту вот бумажку. Записная, как она называется, правильно, записочку я сделала 2 уровня. Это предмет у нас 3 уровня, как вы помните. Сначала нужно создать из этих семян, сейчас я вам покажу. Чтобы получить вообще бумажку, нужно сделать ящик с обоями. Чтобы сделать ящик с обоями, нужно получить вот эту вот полосочку. Чтобы получить полосочку вот это папируса, нужно сначала сделать циперу 6 уровня из семян, которые выбрасываются из этих кадок. То есть это предмет у нас получается с вами 3 уровня. И вот я его наконец-таки собрала. Давайте разместим объявление, подать объявление о собаке. Так, что мы получили? Самоцветики и опыт за это только. Найден корги. Мальчик. Отличные признаки. Носится на сверхзвуковой скорости. Готово. Ждем звонка. Так, что это такое новенькое? Рассчитать координаты. Это нужно один такой листик бумаги отдать. Да. А, он у меня есть. 4 уровня он, который делается из папируса, который получается из циперуса. Так, и нужно отдать вот такую вот
инструмент 8 уровня из бонусных предметов. У меня, по-моему, есть 7 уровня инструмент. Из скотча он делается, который выпадает из сундука, из сундуков с инструментами. По-моему, я 7 уровень собрала, когда мне нужно было что-то очень-очень-очень много-много собирать молоточечков. Так, ладно, давайте пока мы отремонтируем перила. Да? Я наконец-таки собрала 12 уровня вот этот лобзик. Окей, по металлу. Вот это у нас энергетический бокс, я смотрю. Ух ты, ну и денек. Хорошо, что у меня есть поддержка, подруга Мелли. Кстати, о поддержке, надо бы заняться перилами. Вот, наконец-таки у нас красивые перила. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Давайте посмотрим. Выбросить старые фонарики. Для этого нам нужно снова лопата из тех же самых отверточек, выпадающих из ящиков с инструментами. Мы сейчас собирали 12 уровня, нам нужно 10 уровень. Да? И вот пила из молоточков. Вот как раз мы, когда будем зарабатывать эту вот пилу, мы сможем эти скотчи подсобирать. Потому что именно они выпадают бонусных предметов из сундуков с инструментами. Ну, что я могу сказать? Здесь это взаимосвязанные задания, поэтому будем работать. Наверное, вначале начну как раз-таки. Так, эти тачечки я могу сложить сюда. У меня, смотрите, сколько места освободилось. Так, сколько у меня тут освободилось местечко. Есть ли у меня что-то? Вот у меня есть инструмент. Смотрите, 8 уровня такие вот клещи, да? А пиво, значит, мне еще одни такие клещи нужно сделать. Это уже неплохо. Так, давайте я тогда тачечки вот эти поскладываю сюда. Их оставила, вдруг они понадобятся. У меня есть строительный степлер 7 уровня. Мне нужно еще один такой собрать. Давайте сразу разберу энергетический бокс, потому что энергия мне сейчас понадобится. Вот как раз я ее и возьму. И что ж, ну поехали, поехали собирать скотчи и молоточки одновременно. Вот, видите, скотчи я только начинаю, вот и поехали. 3 у меня таких генератора есть, сначала один генератор разберу, а потом другой. И опыта мы тут подсоберем. Я так понимаю, у меня такие 2 долгоиграющих задания, поэтому опыта тоже поднаберу. Ну, вот этим я сейчас и займусь. Это быстро не будет. Пару дней мне, наверное, понадобится, чтобы это сделать. Итак, наконец-таки я собрала лопату и пилу. Давайте выбросим старые фонарики. О! Какой смысл в фонариках, которые не светят? Они и очень, хоть и очень красивые, но мой дизайн – это про удобство. Так, что там дальше у нас? Найти информацию о гости. Для этого нам нужно будет отдать вот такую линейку, которая собирается из бонусных предметов, из ластиков, которые выпадают из кофейных машин, когда мы стаканчики собираем. У меня такой предмет уже есть. Это очень хорошо. А второй – собрать обои 7 уровня. Это предмет 2 уровня, потому что вначале нужно собрать папирус, и только потом полоски папируса собираем в обои. Недавно мы это делали, но 2 уровень, не 3, так что будем теперь бороться за 2 предмета – обои и вот такой предмет. Мне нужно 8 уровня тоже из бонусных предметов. Здесь надо будет поработать. Так, это мы обои отдадим, я начинаю зарабатывать, складывать циперус. Сейчас я вам его покажу. Так. Один у нас точно соберется. Смотрите, циперус готов. Это вот 1 уровень. Но нам не один понадобится. Вот, собираем его. Эту бумажку пока, наверное, тоже могу отдать. Потому что я еще 10 раз успею собрать, пока соберу тут бонусные предметы 8 уровня. Так, закончились у меня ходы. Возьму потом ходы, но вот таким образом буду собирать бумагу. Видите, у меня уже есть 5 уровень.
А мне нужно собрать седьмой, да? Поэтому это долго не будет. Скоро снова мы с вами встретимся.